Как вы уже знаете, я подал заявку на монетизацию в Пульсе. Если кто не в курсе, то чтобы принять участие в программе Пульса, нужно, чтобы какой-то знакомый, который уже есть в Пульсе, прислал тебе инвайт, после этого ты пишешь 10 статей. И вот после того, как ты написал эти 10 статей, ты можешь уже просить, чтобы тебе подключили монетизацию. О том, как это работает и легко ли подключить монетизацию на Пульсе, как раз и поговорим в сегодняшнем ролике. А это Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Кстати, для тех, кто не видел мой предыдущий ролик о Пульсе, о том, как вообще попасть сюда, о том, как мне удалось завести канал на Пульсе, я ролик в подсказке прикреплю. Собственно, как я уже и сказал, после того, как я получил инвайт, я написал 10 статей, и тут встал вопрос о том, как подключить монетизацию. Ну, то есть там нет никакой кнопки, где написано «подключить монетизацию», там нет никакого упоминания о том, что сделайте то-то, то-то, и вам будет подключена монетизация. То есть, ну, вообще непонятно, как ее подключать. Я начал гуглить, но и в гугле не было ответа. Я облазил весь сайт Пульса, но и не нашел ответа. Тогда у меня родилась мысль, что нужно написать человеку, у которого уже есть монетизация, чтобы он мне с этим помог. Собственно, я своему другу, который мне инвайт прислал, я ему и написал, что так и так, слушай, я не могу найти условия или там какую-то кнопку, чтобы эту самую монетизацию-то и подключить. Он говорит, вот, нужно написать вот на эту почту. Прислал мне почту, на которую нужно писать. Нужно сказать, что в Дзене с этим проще. То есть ты набираешь 10 тысяч минут, там даже счетчик вот этот есть, и после этого канал уходит на проверку. Правда, они никак не упоминают об этом. Хотя раньше на Дзене вообще еще проще было. То есть набираешь 7 тысяч дочитываний, и тебе сразу же включается монетизация. Сейчас, конечно, все не так дружественно к автору, но тем не менее. Там хотя бы счетчик виден. На Пульсе никакого счетчика нет, но и не видно, куда писать, чтобы включили монетизацию. Собственно, раз мне прислали почту, я и на эту почту и написал сообщение. Написал сообщение, мол, здравствуйте, так и так, хочу монетизацию на свой канал, посмотрите, пожалуйста, проверьте, если возможно, включите. Написал я сообщение где-то в пятницу ответа нету, в субботу ответа нету, в воскресенье ответа нету, в понедельник к вечеру тоже ответа нет, я думаю, ну, чё за фигня. Посмотрел еще раз сообщение друга, может, думаю, почту не так как-то написал, он мне пишет, что нужно написать сообщение на почту с пометкой «хочу монетизацию на такой-то канал». А у меня тема сообщения была просто монетизация. Я думаю, может быть, там вот кто просматривает почту, они как раз по теме и определяют, что нужно вот определенно тему оформить, чтобы было понятно, что это запрос на монетизацию. Написал второе письмо, где прям написал в теме «хочу монетизацию на такой-то, такой-то канал», и дальше опять то же самое сообщение, что «прошу посмотреть канал, если возможно, подключите монетизацию». Написал уже буквально через день, мне все-таки ответили на это сообщение, сказали, что «так и так, Игорь, канал мы посмотрим, если все нормально, монетизация будет подключена». Кстати, довольно вежливые специалисты извинились за то, что долго не отвечали. Срок был обозначен до 25 декабря. Если смотреть по времени, то первое свое сообщение с запросом на монетизацию я отправил 11 декабря, потом дублировал его 15 декабря, когда мне ответа не приходило, и ответили они мне 18 декабря. 18 декабря они мне сказали, что проверят мой канал до 25 декабря. Ну, то есть с момента их ответа до момента окончательной проверки они заявили, что нужно подождать примерно 7 дней. Ну, в принципе, не такой большой период, учитывая то, что на Дзене некоторые ждут месяцами, некоторые по 8 месяцев ждут на Дзене одобрения монетизации, об этом я в прошлом ролике рассказывал, если что, в подсказках прикреплю. Но на Пульсе, в отличие от Дзена, пока ваш канал на проверке, ваши статьи не крутятся, их никто не посещает, можно зайти на них только по прямой ссылке. В общем, вот эти вот статьи, они просто есть, но их никто не читает. И 25-го мне наконец пришел ответ, где сказали, что в принципе мой канал проходит проверку, но нужно исправить кое-какие ошибки. И перечень ошибок, которые нужно исправить, они мне написали. Вот. Но тем не менее, я еще не успел исправить эти ошибки, а заметил, что статьи мои в статистике уже начали крутиться. То есть я там заработал 11 копеек за первый день, хотя еще ошибки не поправил. Ну и из посетителей моих статей там, конечно, смехотворное число было, 18 человек прочитали. Но тем не менее, мой канал одобрили. Из ошибок, которые меня попросили исправить, чтобы сразу было понятно, какие требования на Пульсе есть для тех, кто будет подавать туда заявку, для тех, кто собирается там писать, я сейчас покажу, объясню. В общем, первое требование – это орфографические ошибки. Собственно, орфографические ошибки, мне, конечно, очень стыдно, у меня мама учителя русского и литературы, тем не менее, у меня были орфографические ошибки в моих вот статьях, скажем так. Я просто, видимо, невнимательно смотрел, мне стыдно, да, все понимаю, вот что за ошибки были. Они написали: «Добрый день, Игорь. Мы проверили материалы и готовы включить монетизацию, однако перед этим надо доработать статьи. В материалах много орфографических и пунктационных ошибок. Да, стыдно». Вот, первое.
Колонизаторы также сражались против индейцев на Аляске. И второй момент, эти события также известны. В общем, тут они мне написали, что в обоих случаях слово «также» пишется слитно. Если кто не знает, то «также» в зависимости от контекста может писаться как раздельно, так и слитно. Если «также» это союз, который можно заменить, то он пишется слитно. Если «также» это наречие, например, «он сделал так же», то раздельно пишется. В общем, в зависимости от ситуации, как я уже сказал. Это мои первые ошибки. Второй момент, что там перед как не нужна была запятая. То есть, эти события также известны как русско-тлинкийская война. Перед как запятая здесь не нужна. Но опять же, это в этом конкретном случае. Дальше что мне написали? У меня там в одном заголовке в конце стояла точка. Заголовки в точках не ставятся. Я это прекрасно знаю, просто почему-то вот взял и поставил. Собственно, как точки в заголовках не ставятся? Если прямо в самом конце заголовка точка, то она не ставится. В конце заголовка не нужна точка. Если заголовок состоит из двух предложений, то в конце первого ставится точка, а в конце второго не ставится точка. Как бы, ну, очевидная вещь, но я вот почему-то проворонил ее. Поставил точку в конце второго предложения тоже. Не надо было. Мне на это указали, я исправил, дальше поехали. Следующая статья по истории была, там я писал про немецкий батальон Дирлевангер. Я даже сейчас не уверен, что его правильно выговорил. Так вот, меня попросили по всему тексту посмотреть это название и написали, что у меня там везде опечатки. Я начал смотреть, нашел только одну опечатку, думаю, ну а что они мне написали, что по всему тексту? Вроде везде в остальных случаях все правильно. Оказалось, нет. Оказалось, стоило по-другому немножко проверить, то есть скопировать правильное название, через Ctrl-F вставить его в поиск и посмотреть, что он выделил. И когда он выделил половину названия, половину не выделил, я уже стал присматриваться к этому названию и понимать, что вот здесь, вот здесь, вот здесь у меня ошибка. Ну, то есть сложные такие слова мне почему-то тяжело визуально воспринимать, где у меня там вот в иностранных сложных названиях, где ошибка, где я там вместо ие написал, где вместо ии написал. С этим в конце концов я разобрался, самое сложное это было. Ну и самый последний момент, меня в одном из заголовков попросили убрать скобки. Оказывается, на пульсе нельзя использовать скобки в заголовках. Ну, или может быть можно в каком-то формате. Но вообще они мне написали, что просим вас не использовать скобки в заголовках. Вот так вот. Ну, нельзя так нельзя, не очень-то и хотелось. В общем, после того, как я все это исправил, я им написал на почту, что так и так, все, готово. А, ну и еще один момент, они попросили меня скинуть свой ник в Телеграме, чтобы они меня добавили в чат авторов. Видимо, там есть какой-то чат авторов. Насколько я понимаю, раз есть чат авторов в Телеграме, значит, сообщество авторов на пульсе не очень большое. Но я скинул, а сейчас выходные, и, видимо, меня добавить сейчас не смогут. Тем не менее, совсем скоро я там появлюсь. Вот. Я, конечно, на этом не остановился. Некоторые статьи, которые у меня уже есть на пульсе, я скинул маме, говорю, посмотри, проверь, может быть, еще какие-то ошибки есть. Она мне там понаписала кучу исправлений, я уже некоторые внес, там где-то запятая нужна, где-то запятая не нужна. В общем, ох уж и сложно этот русский язык, надо было в школе лучше учиться. Сейчас у меня на канале на пульсе 22 посетителя всего было, выручка также и осталась 11 копеек, в общем, несерьезная сумма, но посмотрим завтрашний день еще, потом послезавтрашний день, и в конце концов, я в понедельник, наверное, когда буду выкладывать этот ролик, я в конце сделаю небольшую вставку, какие у меня вообще результаты за выходные, и потом еще сделаю, может быть, в дальнейшем ролик про то, сколько за неделю получилось заработать, и сколько статей нужно выкладывать. В общем, пульс для меня вообще новый мир, о котором я пока еще ничего не знаю и не знаю о том, получится ли у меня заработать здесь вообще. Но монетизация, как я уже сказал, у меня есть. Что касается инвайтов на пульсе, ну то есть после того, как я выпустил первый ролик, мне сразу человек 20 написали и попросили присылать им инвайт. Но как я уже тогда сказал, у меня нет инвайтов, и после того, как мне монетизацию сейчас включили, у меня их тоже не появилось. Видимо, я должен какой-то авторитет здесь заработать, либо показать, что я добросовестный автор, либо меня после того, как Telegram включат, дают какие-то инвайты. Я не знаю пока еще, как это работает. Я вам, конечно же, все это покажу. Собственно, покажу и расскажу. Ну и я обещал показать статистику и результаты за выходные, но вот, к сожалению, ничего не изменилось со вчера. Дня. Показатели остановились, то ли статистика не обновилась, то ли после того, как мне написали то письмо, показы остановились. Может быть, монетизацию включали на то время, пока они проверяли мой канал, а после этого опять она была отключена до того времени, пока я не исправлю все ошибки. В общем, я не знаю. Но если сейчас посмотреть ту статистику, которая уже есть, вот у нас 22 читателя, 39 просмотров, 19 кликов. За субботу тут вообще показано, что кликов нет. А просмотры есть. Видимо, это уже не в ленте. Пока еще мне не очень понятно, как работает эта статистика. Выручка 11 копеек. 11 копеек это за субботу. Ну вот, вероятнее всего, что вот эти вот реклама вот была поставлена на тот момент, когда канал проверяли. Потому что вот если сами статьи сейчас посмотреть, в некоторых статьях тут один посетитель и 0% дочитываемость. Показы в ленте тоже небольшие. 21, 9, 9, 9, 20. Ну то есть, вот, да, скорее всего, на тот период, что канал проверяли, он крутился какое-то время в ленте. Потом мне предложили исправить ошибки и остановили.
показы. После того, как их вновь возобновят, я смогу более полную статистику показать по своему каналу и по тому, как все крутится, как все работает. Но это в будущем. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока!